Снова здорово, дамы и господа, на связи Роман и канал Freeze & Games, а у нас Лотер немножечко, тоже мы еще посмотрим чуть-чуть, что, где, как, почему, зачем. Я за кадром чуть-чуть поиграл, немножко прокачался чуть побольше, и у нас появилась гильдия. Наша собственная гильдия, скоро игра должна быть в релизе. Кстати, может уже вышло даже на момент выхода видео, не могу тебе сказать. Если что, гильдия SVGO Forever называется. Давай посмотрим, кто у нас здесь. 9 мемберов? Кто такие? Вирус 99, некромант. Некромант, если это тот некромант, о котором я думаю, то все хорошо. И почему-то нету Влади. Влади не захотел к нам в гильдию, да? Предатель скотина. Ну ладно. У нас открылись саплис. Поставки, это у нас получается магазин, где мы можем покупать различные за золотишко, за кристаллы. И магазин, где мы можем покупать различные, опять же, за валюту гильдии. Вот, получаем мы ее при прохождении компании гильдии. То есть здесь есть светлая компания, есть темная компания, а есть еще компания гильдии. Что не может не радовать. То есть какое-то, какое-никакое разнообразие присутствует. Почему? Потому что игра на первых порах, на первых этапах контента имеет очень мало. То есть в ней практически заниматься-то и нечем по факту. Ну, единственное, что прокачка, еще раз прокачка. Здесь я решил тянуть Халбарада. Почему? Потому что он, в принципе, неплохой танк, он хиллер, немножко даже бьет, в принципе, тоже достаточно неплохо, поэтому он у нас пригодится, короче. Короче, пригодится. Далее, что еще из интересного? Состав я тебе сейчас покажу, не то чтобы прям шибко бомбический, но тем не менее. Кстати, а насчет состава? Возможно, мы сейчас сможем, если хватит энки, сможем открыть еще одного персонажа, которого я как раз таки хотел открыть. Это у нас еще один хоббит. Потому что я прокачал персонажей до 4 тира. У меня открылись необходимые мне способности. Пассивные на Аре. Который дает приколдесы пассивные хоббитам и союзникам. Так, а где этот хоббит? Вот этот хоббит. Так, автовин. Давай мы будем делать, наверное, по 3 захода, как мы любим еще со времен Гоха. Левел апнулись. Супер. А, и мимо. Один, бляха. Да ну брось. Энка закончилась. А сколько у меня энки? 0. Бляха, 2 осколка еще надо. Ну хрен с ним, давай купим. Так, нет, подожди, так много нам не надо. Давай возьмем маленько. И мы, наверное, все равно эти 2 осколка не выбьем. Еще один осколок. Все, есть, выбили, отлично. Супер. Вот у нас как раз таки еще один хоббит. Единственный вопрос, вместо кого его поставить? Либо вместо... А, вместо стрелка. У меня стрелок тут есть неплохой. Я, наверное, все-таки его вместо стрелка поставлю. Так, сразу до 18 уровня. АПМ денежка вроде позволяет. И давай напихаем ему различных шмоток. Мне нужен 4-й тир для того, чтобы открыть все 3 способности. И открыть его пассивку. Потому что пассивки у всех прям неплохие. Так, шкуру получили. А мы же за шкурой сюда ходили, нет? Я просто не помню. Да, за шкурой. Так, хорошо. Подожди, там шкура. Здесь водица. Здесь тряпочка. Из тряпки делают гаечный ключ. Охереть не встать. Это, конечно, они прикольно придумали. Заодно делики какие-то повыполняются. Бляха, ну получается, энка гильдии очень дорогая. Она стоит 100 кристаллов. Пока что мне неизвестен приток по кристаллам. Арена закрыта. В принципе, какой плохой или хороший будет приток, мне пока неизвестен. Ну, никак не могу это я посчитать. Поэтому кристаллы я шухерю на всякий пожарный. Так, здесь мы сумку получили. Здесь свечки у нас есть. Здесь еще одно колечко надо. Из кольца делают рюкзак. Логично.
Все, может, не делают, может, обменивают. Мне вот комментарий один понравился, человек написал. Нет, много какие понравились, но этот почему-то вот мне запомнился больше всего. А, когда я говорил, что типа физиономии у персонажей не те, он правильно написал, говорит, а какие должны быть? Те, к которым мы привыкли в фильме, так это касты актеров и видение режиссера. А то, как персонажи описаны в книге, это уже немножко по-другому. Вот. Те увидели так этих персонажей. Разработчики этой игры увидели так этих персонажей. Поэтому имеет место быть. Правильно и очень хорошо он сказал. Поэтому негодовать по... Точнее, негодовать по... Короче, беситься, злиться от того, то, что не подходит... Ну, Леголас не выглядит как Леголас. Это очень глупо, потому что мы видели Леголаса со стороны каста актеров и со стороны режиссера. Вот, а не того, которого нам описали в книге. Так, давай сюда. Здесь нам ниточка нужна. Так, легкую битву возьмем. А что по Энке у меня? Ну, в принципе, Энка есть. Энки должно нам хватить, в теории. Если что, докупим. Эта Энка, в принципе, недорогая. Эта Энка у нас стоит обычная, простая, 50 кристаллов. То есть не 100, а 50. Она в два раза дешевле. Так, сумку получили отлично. Но я смотрю, нам здесь еще одна нитка нужна. Так, давай мы еще одну ниточку найдем. Темную компанию открыл. Темных персонажей кое-каких открыл, но не всех стал прокачивать. Почему? Потому что я решил подкопить денег, чтобы прокачать хилку, способность... Ага, три нитки надо. Способность... Как это не могу найти? Способность своему пацану на прохил. То есть отдельно способности еще отдельно, короче, прокачиваются. Вот, и прокачиваются достаточно-таки дорого. То есть если... Первая способность, базовая атака, вроде стоит 15 золотых, то вторая способность уже стоит 18 золотых, 18 тысяч, на секундочку. Вот, и так далее. То есть это достаточно-таки дорого, пока что, пока что. Возможно, в дальнейшем уже не будет таких проблем с деньгами, то есть раскачаемся, прокачаемся, начнем куда-нибудь что-нибудь копить, потому что реально не хватает денег. Так... давай, давай, давай. Еще тир. Отличненько. С балансом по звуку у них еще проблемы в игре, потому что некоторые звуки достаточно таки громкие, а некоторые звуки вообще никакущие. Вот ты сейчас этого не слышишь, но на фоне играет музыка. Но громче на монтаже я ее не могу поставить, потому что во время сражений звуки будут просто космические. Будет очень ой как громко. Так, я что еще? Я нитки еще нашел. Хорошо, допустим. Бля, хэнки может не хватить, а у нас как раз последний этот. Последний тир. Так, вода и кольцо надо. Давай, здесь у нас водички. Бляха, за золото купить? Да не хочу я, денег очень мало, я не хочу за золото покупать. Вода есть, отлично, погнали за кольцом. Угу. Шмотье мое, естественно, пока что не накопилось. А, и кстати, говорят, что будет вроде как сброс всего этого прогресса. Поэтому следующее видео, если оно, конечно, выйдет, если ты будешь смотреть и тебе будет интересно, то я начну заново, естественно, прокачаюсь плюс-минус до того же уровня прокачки, ну, два дня поиграть, и уже продолжим с того места, на котором закончили. Надеюсь, у меня это получится. Так, нитки еще одни нужны. Так, сюда залетай. Хорошечно. Так, ага. Здесь у нас чего не хватает? Бляха, еще одни нитки и сумка. Дороговастенько, конечно, все это обходится. Сумка есть. Мне нужны еще одни нитки. Так, еще одни нитки. Давай сразу... раздобудем. Дай, пожалуйста, энки осталось. А, энки не осталось. Давай тогда попробуем бесплатные забрать.
Через 11 часов только? Ну, это жаба, конечно. А, зато делики выполнили. А, во, хорошо. Лодинг, идите. Да, хорошо. Так, вот у нас 78 энки, отлично. А что у нас? Комплит... Два челленджа пройти? А у нас челленджи открылись? 19 уровень, у нас челленджи открылись. Но мы пока подождем. Подожди, подожди, подожди. Давай докачаем нашего парня. Нам нитка нужна третья. И на челленджи уже пойдем в новом составе тогда. А, подожди. Так, а тут нитку на халяву дают? О, точно, так пойдем. Недокачанный пойдет, ничего страшного. А, так, ой, так тут персонажи уже сразу дали. А в чем тогда прикол? Или это первая битва? Только так. Что реально просто дали уже готовую пачку. Из гондорцев? Ну там вроде не все эльфы, вроде гондорцы. Эльф. Человек-гондорец. Рохан-человек. Гондорец-человек. И гном. Интересная, конечно, подборка. Ну да ладно. Так, это про хилка. Хилка мне пока не нужна. Ах, это первая волна, наверное, надо было... Ой, вот это хорошо прям. Будем лупить пока способностями. На второй волне расслабимся, а на третьей волне уже способности откатятся. Игра периодически жутко лагает. Ну, опять же, потому что сырая до безобразия. Так, давай сюда. Фарамир. Здравствуйте. Что ты себе позволяешь, дружище? Ты должен быть так-то на нашей стороне. Успеем добить его, нет? До его хода. Успеем, отлично. Так, я лучника хочу бить. Ага, провокация, я понял тебя. Так, сюда ходи. Сюда ходи немножко. Бляха, какой гном прикольный. По два... Куда, бляха? По два раза стреляют. Великолепный гном. Так, есть контакт. Какие-то бафы еще себе накапливаем. Русского языка не хватает. Вот прям реально. Хочу полностью прочитать обилки. Но не могу это по-человечески сделать. Так, этот уйдет в инвиз точно. Поэтому надо ару долбить. Ара, если использует свою способность, вроде как вторую, вторую особую, скажем так, не базовую, то тогда хоббит, который Фродо Бэггинс, уйдет в инвиз. Но теперь уже точно не уйдет. Так, провокация. А как тебе такое? Держи. Ой. Бляха, колечко свое натянул. Камера, конечно, ушла просто в небытие. Хрен пойми куда, хрен пойми зачем. Так, это что такое делать? Это массовый прохил. Отлично. Пометил его каким-то маркером. Не знаю, что это за маркер был. Давай красиво ножичком. Отлично. Ну да, это было легко. Почему-то, потому что мне просто дали хулиард пацанов. Ну, как бы, почему бы и нет. Автовин тут, естественно. А здесь уже... Battle Experience, это у нас за Experience. Так, хорошо, подожди. Второй бой, по идее, у нас уже будет непосредственно... Так, 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 непосредственно за наших ребят. Подожди, это что мне получается? Еще одни руки надо, да? И еще одно кольцо. Еще одни руки и еще одно кольцо. Ну, давай попробуем получить. В смысле? Бляха. Надо выбрать колечко.
Так, колечко, колечко, кольцо. Давай кольцо. Молодец, спасибо. И давай еще одни руки. Еще одну попрошайку мне надо получить вот здесь. Вот сюда. И если останется 18 тысяч, я рассчитываю на то, что останется 18 тысяч, то я тогда еще хилку своему пацану прокачаю. Угу. Так, сколько стоит тир поднять? 4500. Так, тирап. Все, хорошо, хорошо. И у нас открылась пассивка. А, пассивочка, давай смотреть. 5% сопротивления для себя и для Мэри. А, так, если среди хоббитов, союзники хоббиты, 25% шанс, 5% добавить 5% к шкале хода. Хорошо, допустим. Так, а пока уровень 19 никому из персонажей не даем, мы сейчас сделаем что? Мы возьмем вот тебя, ты неплохой пацан, и хилку себе качнем. 18 тысяч. Все, отличненько. Отлично. Так, и у нас еще остались деньги. Давай попробуем тогда уровня, наверное, еще поднять. Кому сможем, тому дадим. По крайней мере, упор пока что делаем в светлую сторону. 1180, слушай, ну только троим тогда получается. Аре точно даем. Точно даем, получается, тогда нашему пацану, который хил. Тоже точно даем. И... да давай, наверное, этому пацану дать... А, тут 640. Еще по-разному уровень стоит. А, потому что ара двухзвездочный. Тогда получается, вот этот вот лучник у меня вылетает просто-напросто из пачки. Он неплох. Он неплох. Но вот у этой чувихи, у нее есть синергия с нашим танком, который прохиливает. И когда она есть в отряде, при использовании особой способности, она приходит к нему в поддержку. Так, а здесь же было написано, что типа одно выполнено. Что тут? Ничего тут не выполнено. Завершить темную кампанию 2-2. Не, подожди, давай челленджи сначала закроем. Которые суплес, нет, которые не суплес. Плей. Челленджи, потерянные артефакты. А вот это что такое? А, челлендж стор. Подожди, челлендж стор. Челлендж стор. Это, по-моему, здесь. Да. Вот они. Шаград, углюк, армор, эссенция. Да что за армор, эссенция? А, понятно. Понятно. Просто, ага. Так, а здесь только темные будут или вообще разные персонажи появляются? Надо будет прочекать. А то ж, аж прямо интересно стало. Ладно, хорошо. Тогда пойдем в челленджи закинемся. Энки они не просят, есть пить не просят. Рекомендуемая мощность 1200. Видишь, тут получается только лучники и спер, копейщики. Ага, то есть здесь еще ограничения есть. Ну правильно, правильно тогда сказали, что это смесь Гоха, Рейда и Age of Magic. Вот прям сюда залетают, прям по самое не балуйся. А здесь какое ограничение? Только темные персонажи. Ну, у меня, в принципе, есть парочка темных персонажей в количестве 5 штук. Просто двое из них вообще никак не прокачаны. Я их вот только недавно получил, то есть я их активировал, а денег не хватает на то, чтобы поднять их до определенного уровня, хотя бы по уровню, то есть я уже не говорю про тиры. Надо как-то немножко усреднить, все-таки темные тоже прокачать. Потому что у меня трое, получается, прокачаны в четвертых тирах, а двое вообще никакущие, то есть прям первый уровень. Они, естественно, будут откисать. Да, ну пока что здесь, короче, камера, конечно, тупит жестко. Так, это у нас прохил? Да, это у нас прохил, это мы пока не трогаем. Вот эти вот двое, которые впереди стоят, они сдохнут быстро очень. Ноль урона? Ноль урона? Да как такое вообще может быть? Ну какой ноль? Ну серьезно.
Ну хотя бы один. Ну что за ноль-то? А этому почему так хреново? Он же вроде в четвертом тире. А, там кому-то не досталось стирать. Кто-то в третьем остался. Это, наверное, он и есть. Не, я три волны тут точно не вытяну. В пятером вытянул бы. А тут по факту сражаются вот полтора землекопа. Так, это что за дичь? Регенерация. Так, я понял тебя. А, это вообще новый персонаж? То есть у меня один сдох, на его месте второй появился. Прикольно. Ну зачем? Да, чуть-чуть, конечно, прохилил. Не, ну, не, я не вытяну, я даже не буду пробовать. Это бессмысленно, просто тупая потеря времени. А, хорошо, 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 я понял. То есть здесь нужны темные. Ладно, тогда пойдем дальше. Тогда пойдем дальше. По деликам у меня вроде как все выполнено. А, complete to challenge. Бляха, complete to challenge. А, ну да. В принципе, я могу complete to challenge. Я ж могу вот здесь сделать. Да. Все, пожалуйста. Вот те челленджи. Ты серьезно? Два разных челленджа? Бляха. А, подожди. А это что за Battle X? А, ну вот Battle Experience. Мне сюда нужны темные. Так, ладно, пойдем тогда за золотом. 2-2 мы сейчас попробуем пройти. Так. Вот этих друголечков давай поставим. Сколько нам хватит? Хоть сколько-то уровня дадим, интересно, нет? Level up на 440. Ну, до 9 уровня, нифига себе. Так-то мое почтение. Ну, поехали, попробуем. Может, хоть сколько-то поживет. Было бы неплохо тиры ему поднять. Опять же, в золотишко, в баблишко упирается. Блин, наверное, не надо было прохил тогда вкачивать. Наверное, не надо было. Так. Эта атака вроде как по всем. Да, всех зацепила. Сюда залетай. ...34 урона. Ну слушай, уже хоть сколько-то наносит. Это всяко разно лучше, чем ничего. Так, этот вроде как по области лупит. Ой-ой-ой. Сам себя прохилил. Красава. Почаще бы так. Было бы, конечно, прикольно, если бы он после того, как сам себя прохилил, еще бы получал бонусный ход. То это было бы прям вообще хорошо. Только не убивайте у меня, пожалуйста, никого. Во, вот этого главного основного можете бить. Он здоровый, ему насрать на все. Так, отлетел. Прохил. Шикарно, сразу всех. Да, ну ёперный театр. Две концентрации. Какая-то обилка, кстати, у нашего темного рыцаря готова. Какая-то жесткая. Оставлю ее на финалочку, конечно же. Держи летучую мышку тебе в глаз. Давай сразу моего основного пацана. Она же тоже наверняка по толпе бьет. Так, одиночные атаки, наверное, будут вот сюда крайнего долбить, потому что его массовые атаки не зацепят. Слушай, а что ты накапливаешь, дружище? Что-то накапливает. Так, ну давай попробуем, посмотрим, что это такое.
А, не, это бляха. Это в одного убьет. Угу. Блин, обидно. Но я искренне думал, что он по толпе ударит. Хотя никто мне, кстати, не запрещал почитать обилку, но со времен Гоха обилки не читаю. И здесь я читать тоже их не собираюсь. Угу. Вот этот первый ряд я заберу вот таким образом. Хорошо. Теперь остается только добить. Кто у нас будет добивающий? Так, ну нам здесь прохил не нужен, поэтому добивай крайнего. Бляха, ты вряд ли кого-то добьешь. Ну, вроде у этого поменьше хп. Добил. Кританул еще, нифига себе. Молодец. Так, добивочка прошла. Тоже добьет. Прохил нам не нужен. О, а вот сейчас прохил не помешает. Давай сюда. А, точно, у него же массовая атака. Все время забываю. Ну блин, ну это две звезды, это не три звезды. Угу. Ну давай, что ты мне в награду дашь? 1000 золотых. 1000 золотых. Ну 1000 золотых в принципе можно. Complete to challenge. Бляха, я не могу комплектнуть 2 челленджа. Темных надо прокачать, чтобы комплектнуть 2 челленджа. Четырнадцатый уровень. Ну уже интересно. В принципе, можно пофармить на него шматья. За каждый фарм мы все равно получаем немножко золотых. Угу. Блин, ну нам опять же вот здесь, чтобы крафтить, тоже нужны золотые. Либо уровень, либо тир. И то хотелось бы. Золото покупать мы, конечно же, не будем. Нафиг это нам нужно. Надо посмотреть, сколько золота стоит. Подожди. Если все равно будет сброс, то какая к херам разница? Да? Можем купить золото за кристаллы. Ну, почему бы и нет. Так, это у нас есть тряпочка. Здесь у нас что, сумка? Иди сюда. Тогда да, золото за кристаллы купим, да и все. Будет сброс, все аннулируется. Не будет сброса. Ну, хуево будет, что я могу сказать. Хотя вроде даже в самой игре написано, что будет сброс. Так, нет, не, я не за шкурой пришел, я за сумкой пришел. Так, сумка подъехала. Здесь по разику кручу-верчу, потому что, в принципе, шмотки падают достаточно-таки неплохо. Колечко. Ну вот видишь, накрутили уже на 3000. То есть можно дать человеку тир и на остатке бахнуть уровня. Бляха, не хватило, твою мать. Что, еще энки купим? Давай. Колечко не упало. Во, все отлично. Поехали. Сколько суммарно тир дать? 780. Ну, 780 это, в принципе, адекватно. Плюсом еще обилка откроется. Ой, так ты прибухнуть любишь? Да, добавилось не особо много. Уровень, кстати, дает больше. Сразу 500 к здоровью. Так, ладно, давай тогда второму еще дадим. Так. Бляха, 2 нитки. Серьезно? Промоут 1 шедоу характер. Промоут. Что за промоут? Хуй знает.
Так, 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 так. Ну, это что-то надо с темным персонажем сделать. Что за промот? Понятия не имею. Но надо этому Челдону тоже дать тира. Заодно денег на 19 уровень подкопим. Я сюда зачем пришел? За водицей. Так, водица упала, отлично. И посмотрим сразу. Здесь у нас что? Шкура, водица, тряпанька, сумка. Ну, в большинстве случаев шмотки, по крайней мере, на низких тирах у всех совпадают. Поэтому можно на одного персонажа фармить, а в итоге второму персонажу поставить. Так, здесь у нас сумка есть, свечка. Свечки закончились, как так-то? Еще и свечка на подсвечнике, то есть те не хухры-мухры, не цацка-пецка. Не шурум-бурум, не хухры эти самые. Так, дай мне свечку, воду-то ты мне зачем даешь опять? Во, свечка, отлично. Ну, здесь это лампа называется, но я этой лампой, конечно, не могу назвать. И колечко дает хп и плюс 8 резистанс, то бишь сопротивление. Так, колечко сразу выпало. Слушай, даже не дали денег подкопить на уровень. Жлобы. Так, давай поставим. Отлично, хорошо. Ну, 200... Ага. Так, тир 2. Дай, за это дайте мне денег. Да ну, блядь, ну какие, ну 6 энергии. Ну что денег-то не дали? Бляха. Промот 1 шедоу характер. Чарахтер. Что за промот? Никак не могу понять. 730 осталось. Не, ну это мало. Это мало. Можно, знаешь, каким образом поступить? Так, это у нас есть. Это у нас есть. Это у нас есть. Пофармим тогда сразу же на следующий тир, на третий. И может тир не поднимем, но хотя бы уровня дадим. Так, сумка есть. Ага. А, подожди, здесь водится. И здесь водится. Так это у меня уже собрано, у меня уже есть эта одна штука, поэтому она мне не надо. А, вот здесь надо будет тогда еще подсвечник и еще одну темную воду. Давай сделаем. Так, иди сюда. Нет, это голубая вода. Мне нужна темная. О, подсвечник упал, отлично. Так, еще одна темная вода нужна по любасику. Да, кстати, темную воду можно получить, получается, понедельник, четверг, суббота. Хер знает, я днях недели на английском не понимаю ни хера. Так, а что вы мне эти бумажки суете? Дай мне... Ага, вот все, спасибо. Так, 2530. И здесь нам надо еще одна вода и колечко, мать вашу. А что золото сколько стоит? тысяч за 200 кристаллов. Ой, не могу сказать, что это много. Мне, конечно, хватит. Блин, мне на сегодня главное челленджи пройти. Чисто, чтобы дейлики закрыть. Колечко есть. Просто за дейлики дают осколки Арагорна. Арагорн крутой чувак. Его по-любому надо брать. Угу. Так, все, отлично. Давай тогда мы, наверное, сейчас дадим уровня. Уровня все-таки дадим. До 18. Ну, нихера себе, слышь, прирост по здоровью 700. А почему у меня здесь не предлагают тир поставить? Так, одна... одна вода здесь, вторая здесь,
Третья здесь. А, ну, видимо, потому что денег не хватает. Ладно, хорошо, допустим. А поехали тогда в магазин. Что мне в магазине предлагают? Что-нибудь халявное, надеюсь? За 450 я тебя откуда это возьму? 4690, 10 честов? Шансы прописывают сразу. 0,05. Охереть. А тут есть хоть один персонаж, у которого... А, ну да, кстати, есть тут даже. 1,83% за говно. До свидания. Да-да-да, я тебя услышал. 4,690 за 10 сундуков. Вообще ёбнулись. Это при условии, что, кстати, еще сброс будет. Хотя покупки, опять же, их наверняка можно восстановить. Либо они всех наебали, что будет сброс. Прикинь, все такие ринутся сейчас экспериментировать, сливать кристаллы и прочую херню. А они такие, а мы не будем делать сброс. Мы передумали. Да не, по-любому будет. Ладно, в любом случае. А, давай мы, наверное, начнем со самого слабенького. С инженера. Тем более, что это атака, опять же, массовка, про которую я забыл. Так, это про хил мы пока не трогаем. Куда ты пошел? Ну вот, что ты отошел? Ну стоял бы стеной. Взял, отошел собака. Ой, хорошо по голове как ударил, смачно. Давай добьем. Ты издеваешься надо мной? А, не, нормально. Так, нет, хиляться ты не будешь. Проход, он постоянно критует? У него какой-то баф на криты, что ли? Реально, у него что не атака, то крит. И у этого. А, слушай, тут, по-моему, лидерка темного рыцаря дает криты. А чё так больно? Мне хилка нужна. Давай хорошо лечи. Что-то плохо вылечил. Это типа протаранил, что ли? Бляха, 741, добили. Бля, я не уверен, что мы три волны тут затащим. Блин, надо было в центрального бить. Угу, провокация. Сняли провокацию. О, этот своровал провокацию, это как так? Угу. Ой, да ладно. Тут еще есть времена, когда ты не критуешь. Зачем? Почему? Ну давай, покажи мне, что здесь не такой сильный соперник, чтобы я все-таки прошел этот челлендж сраный. Что это мне дает? Ага, 20% к дамагу. Ага, так, нихера себе, слышу, вот от этого дурочка надо от первого избавляться. Получается, за каждый ход он себе добавляет крит шансу, крит атаки, ой, и к атаке. Притом 20%. А он еще и массовкой лупит. Вот здесь не надо было. Вот здесь я сейчас целенаправленно, чтобы по нему урон 25%, по нему дамаг возрастает. Так-то если бы я ударил в центрального, то они бы оба получили урон, конечно. Но этот получит повышенный урон. А мне от него надо как можно быстрее избавиться. Блин, 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 надо было прохилить пацана. И что? В смысле? А в смысле не добил? Это типа приколдес такой?
А по какому принципу мы в прошлый раз провокацию своровали? Отлично. Да, он от кровопотери умер. Что не может не радовать. Хилимся, живем. Мне кажется, у меня прохил все-таки не четвертого тира. Мне кажется, он третьего. У него и здоровья как-то маловато. Бьет два царик. Потому что вот точно такой же гном 173 вжарил. Ну, не гном, конечно, а гоблин. Ну, вообще ноль. Тоже ноль. 26. Прохил. Баф, 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 баф. Critical шанс. Шанс нанести критический урон увеличен на 25%. Очень слабо хиляет. Ой, тоже умрет от кровопотери. Бляха, не умер. Ой-ой, как больно. Да чё у тебя за броня-то такая? Этот добил своей летучей мышкой. Допустим, ну, две звезды. Две звезды, в принципе, адекватно. Ой, еще и левел ап. Аж сразу 20-й. Денег только сволочи не дали за это. Скоты. Ну, может, хоть за дейлик даду денег. Комплект. Я же прошел два челленджа, вы чего? Блядская игра. Ты со своими багами, конечно, уже прям с самого старта начинаешь меня подъебывать. Собака дикая. Я ж прошел и тот челлендж, и этот челлендж. Единственное, что может быть первый, они... Нет, они засчитали, кстати, первый. Какая-то ерунда. Так, подожди, где у меня гоблин, который хилками занимается? Так, это не ты. А, да, он третьего тира. Угу. Он поэтому ничего и не может. Потому что третий тир. Блин. Честно говоря, хилять от этого он лучше не станет, потому что обилка-то сама по себе не прокачается. Но он станет более живучим. Теперь же с другой стороны он и не сдох. Угу. Так, тарелка с синей краской есть. Индиго 1. Еще одно колечко надо. Угу. А теперь тупо золота не хватит, да, для поднятия четвертого тира. Да, тупо не хватит золота. На этого не хватает. Так, ладно, тогда мне надо золотишко. Тогда мне надо золотишко. О, слушай, у меня энергии компании много. Давай мы энергию компании спустим куда-нибудь. Два, три. Вот, по 620. Автовин. По три битвы, поехали. Угу. Какого-то дурачка еще фармим заодно.
что, у меня инка-то сегодня закончится, нет? Ага. Все закончилось. Да, все закончилось. Отлично. Сколько у меня? 3. Так, ну тут денег рубанули нормально. В магазин зайдем. В магазин, магазин, магазин. Гуэлт Саплис. Суплис. Сколько у меня денег-то баблища? Так, здесь это понятно. Так, за золото я ничего не покупаю. Во, вот здесь обновилось. Давай берем 480. Это мы покупаем. Эти мы покупать не будем, мы их фармим. И так весьма неплохо. Сколько? 13 тысяч. Вот где надо деньги брать. В гильдии. В гильдии деньги все хранятся. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, ну мне получается надо, блин, и этим, и этим. Кто у меня сдох? Так, ты выжил? Вот ты у меня сдох. Давай я тебе тогда дам тира. Сколько тут хп добавилось? 200? Ну, что-то типа того. И за уровень еще сотку. Так, ну давай тогда и этому дадим. Сумка нужна одна. Бляха, постоянный фарм уже начинает так-то подбешивать, если честно. Энка-то тоже не резиновая. Сейчас как закончится, и все, и будьте здрасте. На гоблина на 4-й тир не хватит. Почему мне не засчитали челлендж? Может, то, что надо на 3 звезды его пройти обязательно? Так, давай лампу быстрее, у меня энки не осталось. О, спасибоньки. Так, этого достаточно будет? Да, супер. Ну, этот более жирный тип. Хотя... Не, не особо-то более жирный. Так, кто у меня там еще по темным есть? Что же уровня им дать? 17-й, 20-й. Ах, у гоблинов вообще здоровья очень мало. Так. А где у меня дурачок-то основной? Вот он. Какая у него идет пассивка? Да, все получают плюс 5% крит шансу. Ну, жирненький, кстати, у него 2500 здоровья, если что. Ну, опять же, у него и 2 звезды. Давай тогда попробуем сейчас еще напоследок тогда челлендж пройти на 3 звезды. Если мне его сейчас не засчитывают, то я тогда хуй знает. Ну, поехали. Я не уверен, что мы сейчас на 3 звезды пройдем. Если бы все были в 4-х тирах, тогда да. Но они пока в 3-х. 4-е тиры, там пассивки открываются. А, так, первым делом уничтожаем вот этого драчуна. Ни хера у них полосок здоровья-то уже. Ого, на всех накинул. Мое почтение. Рисковать не будем, дадим мобилку. Не страшно. Это что нам дает? 150 демейджа и замедляет. Что-то не особо-то замедлил. Ну, зачем так больно? А это что дает? Так, атакую цель 2 раза, нанеся 75% урона. Понижает мораль на 1 ход. Если Маухур в тусовке, то тогда тоже приходит... А, тогда
урон не 75, а 100%, и морально 2 хода. А у меня Маухур в тусовке? Да. Маухур, получается, в тусовке. Хорошо. Там пати написано, значит, в тусовке. Ну, прикольно. Значит, они друг с другом синергируют. Значит, их надо в пачке оставлять. Ах, а давай я дам прохил, наверное, попробую гоблина спасти. 135. А до этого хилял на 128. Вроде как. Типа прогресс, что ли? Хер знает, непонятно. Так, сюда лупим. Бляха, удачно, что вот этот баф, который перманентный, не снимаемый, падает на слабые цели, а не на жирные. Так, добивочка. Отлично. Защитник Рохана. Рохан Дефендер. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ну там было 3 кровопотери. Походу, дебаф на кровопотерю здесь очень жесткий. Он прям будет решать. Опять же, его много кто наносит. Смотри, как по-другому заиграли. Дали всего потеру. Ну там еще уровней, правда, немножко. Так, сюда. Хорошо. Давай по всем урон. Отлично. Здесь дадим массовку. Бляха, не добили. Сейчас добьем, не страшно, добей. Молодца. Добейте его. А вот его не надо бить. Ему больно. Давай рисковать не будем, добьем. Хорошо. Тебе прохил не нужен, ты просто бей. Ой, промазал, по-моему, гоблину, шикарно. Добиваем. Прохил. Мне главное гоблина спасти, чтобы 3 звезды получилось. Остался только Барамир. Жирненький достаточно. Замедление, но оно сейчас не особо-то нужно. Потому что шкала хода у него просто уже полная, в принципе. Вот провокацию перекинул. Видимо, какой-то шанс есть. Скидывание провокации. Давай кровопотерю на него. Ой, сразу 2, отлично. Держи, братан. 563. Ну, больновато, конечно, но он переживет. Крит урон на 0. Да, не часто такое увидишь, чтобы крит урон был на 0. А, ладно. Ну, я тир 2 тоже попробую потом пройти, но это уже за кадром. Бляха, ну не засчитывается мне второе. Почему оно не засчитывает? Complete to challenge. Хер знает. А ивент, кстати, тут как проходит? О, 50 энг. А за что? За что? 5 поинтов победить миссию легкой компании 2, 10 компании 3, 15 компании 4. Промоут характер. А, это, наверное, активировать персонажа. Если типа активируешь персонажа, то тогда тебе дают за это 750 очков. Фродо Бэггинс. 3 штуки. 3 штуки на Фродо Бэггинса одеть? Слушай, я не уверен. Ну, тут 18 уровень нужен.
23-й, но 18-й я ему могу дать. 20-й, 19-й. Ну, в принципе, можно. Ну, ладно, это я уже за кадром сделаю. Давай тогда на сим заканчивать. Как обычно, жду тебя в комментариях, твоего мнения, твоего отзыва, почему бы и нет. Также в телеграм-канал подписывайся, на YouTube-канал, ставь лайки. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман, и до новых игр. Oh my God.